Доброго времени суток, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на 9-м уроке курса по изучению библиотеки JavaScript jQuery. Тема сегодняшнего занятия – Ajax. На этом занятии мы узнаем, что такое технология Ajax, для чего ее используют, какие методы и свойства мы можем применять с помощью классического JavaScript кода для реализации веб-приложений, взаимодействующих с сервером, а также рассмотрим методы, которые предоставляет нам библиотека jQuery. С помощью этих методов работать с технологией Ajax намного проще и быстрее. Давайте перейдем к следующему слайду, где нам будет представлена расшифровка аббревиатуры Ajax и определение самой технологии. Ajax – это аббревиатура словосочетания Asynchronous JavaScript и XML. Асинхронный JavaScript и XML. В основу этой технологии положено взаимодействие клиента с сервером таким образом, чтобы данные мы смогли получать от сервера без обновления страницы. То есть периодически будут отправлены запросы на сервер, когда мы будем получать ответ, например, какой-то фрагмент разметки, этот фрагмент разметки будет встроен в определенных частях нашей страницы без ее обновления. То есть это основной принцип Ajax. Переходим к следующему слайду, где рассмотрим небольшую схему, классическую схему взаимодействия клиента с сервером. У нас есть клиент, который, например, в браузере набирает адрес сайта, нажимает Enter, и своими этими действиями он формирует запрос, который отправляется на сервер, где расположен этот сайт, и на сервере уже обрабатывается этот запрос. После того, когда сервер обработал запрос, он должен обязательно ответить либо положительно, либо отрицательно. Он отвечает, и ответ приходит нам назад в браузер. При этом у нас происходит загрузка страницы. Как только мы получили эти данные все, загрузка страницы прекратилась. И так при каждом новом запросе мы будем получать новые данные по такой цепочке. Теперь давайте рассмотрим следующую схему, и в этой схеме мы уже будем использовать технологию Ajax. Что здесь изменилось? Во-первых, когда клиент отправляет запрос на сервер, на сервере обрабатывается его запрос и отправляется ответ на сторону клиента. Вот, и все, уже на клиенте загрузилась полностью страничка. После этого, во время, когда мы отправили запрос, на сервере сформировался веб-сервис, и в дальнейшем уже наш клиент будет взаимодействовать с этим веб-сервисом напрямую, без обновления страницы. То есть он будет отправлять Ajax запросы, веб-сервис в свою очередь будет отправлять ответы в виде XML файлов, либо в виде JSON объекта. И вот эти вот фрагменты кода, они будут встраиваться в нашу страницу динамически. Это стандартная схема представления работы Ajax. Давайте перейдем в Visual Studio и рассмотрим классические методы работы с Ajax с использованием JavaScript кода. После этого во второй части мы рассмотрим методы уже библиотеки jQuery, которые позволяют реализовать то же самое, но более в упрощенной форме. Сразу хочется сказать несколько слов о том, как мы будем открывать наши примеры. Дело в том, что предыдущие примеры мы с вами открывали через Visual Studio непосредственно, перейдя во вкладку «Файл», выбирали пункт «Open Website», в проводнике выбирали путь к нужному нам файлу и открывали его уже через Visual Studio. Этот пример мы будем открывать немножко другим способом. Откройте директорию, в которой находятся у вас примеры. И здесь вы видите набор из папок и файлов, среди которых нас интересует файл Ajax Basic JavaScript. Открываем его, два раза щелкнув в Visual Studio. Открывается Solution Explorer. И вот уже набор тех файлов, с которыми мы сейчас будем работать. Теперь возникает вопрос, а для чего мы это все делаем? Дело в том, что в нашем примере мы будем использовать серверные ресурсы, написанные на языке программирования C#. И для корректной работы нам будет необходимо, чтобы эти ресурсы запускались в специальной среде на сервере. Для этого мы дважды кликнули на
файл на этот, и был запущен проект Visual Studio, который уже сконфигурировал эту среду, теперь мы можем в ней работать. Как мы создаем эту среду? Для того, чтобы создать такую среду, нам необходимо прийти в файл New Project и выбрать первый пункт ASP.NET Empty Web Application. Здесь вы придумываете имя вашему приложению, место, куда вы хотите сохранить, solution, выбираете действие, что вы хотите создать solution, и имя solution создаете здесь, нажимаете ОК, и в результате у вас появляется новый проект. Так как мы проект уже создали, теперь нам осталось просто разобрать, что мы в нем сделали. Еще такой момент. Если при открытии проекта у вас папка bin и папка obj такие вот в виде неактивных элементов, для этого вам нужно нажать правой кнопкой и перейти в пункт include in project для первого и для второго. Давайте перейдем к примерам. Открываем первый. Вы должны четко понимать разницу между синхронным и асинхронным запросом. Дело в том, что когда вы используете синхронный запрос, это означает, что вы отправляете запрос на сервер, получаете ответ, и только после этого дальше продолжается выполнение вашего кода. При использовании асинхронного запроса вы можете не дожидаться ответа от сервера и дальше выполнять ваш код. То есть выполнение кода и запрос на сервер и получение ответа выполняются параллельно. Так вот, с помощью технологии AJAX мы можем выполнять как синхронные, так и асинхронные запросы. На практике чаще всего используют асинхронные запросы, о чем и свидетельствует аббревиатура Asynchronous JavaScript и XML. Синхронные запросы используют в очень редких случаях, когда без них уже никак нельзя обойтись. По поводу этого примера. В теге body на 19 строке мы создаем кнопку, и пользователь, когда нажмет на эту кнопку, будет отправлен запрос на сервер. После этого сервер нам ответит, и этот ответ мы должны отобразить пользователю. Отображать ответ в пользователя мы будем на 20 строке в параграф с идентификатором output. Когда у нас загружается документ, на 8 строке мы получаем кнопку по идентификатору button-get, и при клике на эту кнопку мы будем описывать функцию, в которой на 10 строке мы создаем переменную xhr, и в этой переменной будет храниться объект, с помощью которого мы сможем реализовывать запросы на сервер и получать ответ от сервера. Для этого нам нужно создать этот объект с помощью функции constructor xml http request. После этого нам предоставляется набор методов и свойств, которые позволяют нам уже реализовывать взаимодействие клиента с сервером. Что нам нужно сделать в первую очередь после того, когда мы создали этот объект? Нам нужно сформировать запрос. Чтобы сформировать запрос, используется метод open. На 11 строке мы обращаемся к объекту xhr, вызываем метод open, и в метод open нам нужно передать несколько параметров, которые сформируют запрос. Первый параметр – это метод, которым данные будут отправляться на сервер. В нашем случае это метод get. Второй параметр – это файл, к которому мы обращаемся и из которого мы хотим извлечь информацию. Последний параметр – это булевое значение, которое определяет, каким будет запрос – синхронным или несинхронным. Если стоит false, значит запрос будет синхронным. По умолчанию стоит значение true. Наш запрос будет асинхронным. 12 строка. Следующий этап. Нам нужно отправить наш запрос. Для этого мы обращаемся к объекту xhr и вызываем метод send. Данные отправляются на сервер. После этого мы должны получить ответ от сервера и сохранить его. Как нам сохранить ответ, полученный от сервера? Мы получаем параграф с идентификатором output, и в этот параграф с помощью свойства innerHTML мы хотим записать ответ, полученный от сервера. Для того, чтобы это сделать, мы обращаемся к объекту xhr и вызываем свойство responseText. ResponseText – это свойство, которое возвращает нам
сервер, текстовое значение. И давайте запустим сейчас наш пример, посмотрим, что получится. Вот наша кнопка, когда мы на нее нажимаем, вы помните, будет отправлен запрос и после этого получен ответ. Нажали, получили слово Hello World. Хотя в разметке у нас здесь нигде нет этого слова. Нажали еще раз, опять получили Hello World. И так можно до бесконечности. Как видите, наша страница при этом не обновляется. Мы откуда-то в нашу страницу подгружаем данные. Это все мы сделали благодаря технологии Ajax и синхронному запросу. И давайте еще раз повторим, какие основные нюансы нам нужно сделать при синхронном запросе. Это в первую очередь сформировать объект с помощью функции конструктор XML-HTTP-Request, сформировать запрос с помощью функции Open, в котором указать метод, по которому будут отправлены данные, файл, к которому мы обращаемся, и способ синхронный или асинхронный. Далее, следующий пункт – это отправление данных. И когда мы уже отправили данные, мы их должны получить, если мы хотим получить текст, текстовое значение, которое возвращает нам сервер, для этого мы воспользуемся свойством responseText. И возникает самый главный вопрос, а откуда же мы брали вот это вот слово Hello World? И откуда мы его подгружали в нашу страницу. Все очень просто. Вот тот файлик, который мы указывали в методе open вторым параметром testfile.html, вот к нему мы и обращались и извлекали текстовое содержимое. В нем вы видите, что находится, в нем просто Hello World, которое помещено в тег B. И в конце добавлен перенос строки. Мы его отсюда брали и вставляли в нашу страницу. Теперь давайте перейдем к следующему примеру, в котором уже рассмотрим асинхронный запрос. В разметке у нас все та же кнопка, по нажатию по которой будут отправлены данные на сервер, и в параграф с идентификатором output мы будем вписывать уже ответ от сервера. Когда у нас загружается страница, на восьмой строке мы получаем элемент с идентификатором button_get, нашу кнопку. И при клике на эту кнопку мы будем формировать объект для взаимодействия с сервером с помощью функции конструктор XML-HTTP-Request. И далее у нас следует формирование уже запроса на сервер. Это мы будем делать с помощью вызова функции open на объекте XHR. Мы будем отправлять запрос методом get. Отправлять мы его будем в файл testfile.html. Обращаться будем к этому файлу. И последний параметр true, который говорит нам о том, что мы используем асинхронный запрос. Здесь мы его указали явно, но если бы мы вот тут ничего не указали, то наш бы запрос тоже был бы асинхронным. Далее следует отметить свойство ReadyState, которое будет контролировать весь наш процесс обращения к серверу и получения от него ответа. В зависимости от текущего состояния, свойство ReadyState может содержать одно из пяти значений, которые представлены вам здесь в комментариях. Если значение свойства ReadyState 0, это говорит о том, что метод open еще не был вызван, то есть мы еще не отправляли запрос, не сформировали его. Если значение свойства ReadyState 1, это говорит о том, что метод open уже был вызван, но метод send еще не вызывался, мы еще не отправили данные. Если значение ReadyState 2, метод send был вызван, а ответ от сервера еще не получен. Если 3, то идет прием данных от сервера. И когда значение свойства ReadyState равняется 4, это говорит нам о том, что ответ от сервера полностью получен. Вот. И теперь мы можем, зная код свойства ReadyState, определять, в какое текущее состояние выполнения наших запросов. Либо успешное, либо неуспешное, допустим. Далее мы на 21 строке описываем функцию onReadyStateChange, и эта функция будет срабатывать тогда, когда свойство ReadyState изменит свое значение в один из этих пяти пунктах. Вот, когда это происходит, будет запущена функция onReadyStateChange. Что она делает, мы сейчас посмотрим,
Вот. А пока что давайте перейдем к 29 строке. На 29 строке мы обращаемся к объекту XHR и вызываем этот send. Теперь давайте последовательно посмотрим, что у нас будет происходить. У нас есть кнопка, на эту кнопку будет нажимать пользователь. Как только он на нее нажимает, мы сразу же формируем объект с помощью функции конструктор XML-HTTP-request. Когда мы сформировали этот объект, дальше мы готовим данные, которым хотим получить доступ. Мы данные будем отправлять через метод get, обращаться будем к файлу test.file.html, и работа нашего кода, нашего запроса будет асинхронной, так как здесь стоит последний параметр true. Дальше, когда мы сформировали уже запрос, нам нужно его отправить. На 29 строке, вызвав метод send, мы его отправляем. В это время, допустим, на каком-то этапе было изменено свойство ReadyState. После этого была сразу же запущена эта функция, в которой мы с помощью условной конструкции проверяем. Если обращаемся к объекту XHR и к свойству ReadyState. Если значение свойства ReadyState равно 4, а если оно равно 4, то это успешный ответ от сервера. Тогда мы делаем еще одну проверку на 23 строке. Здесь нам нужно проверить свойство статус. В свойстве статус будет храниться статус-код, который нам возвратит сервер, в зависимости от того, какой результат был нашего запроса. Если запрос пройден был успешно, тогда возвращается значение 200. Значение 200 сигнализирует об успешном выполнении запроса и обработке этого запроса сервером. Как только мы уже убедились в том, что свойство ReadyState равняется 4 и свойство Status равняется именно 200, тогда мы можем спокойно обращаться к какому-то элементу нашей страницы и выводить у него ответ сервера. Что мы делаем на 24 строке? Мы получаем элемент по идентификатору output с помощью свойства inner.html. В этот параграф мы будем добавлять ответ от сервера, обратившись к объекту XHR и к свойству responseText. Давайте запустим наш пример. Вот опять наша кнопка, когда мы нажимаем на нее, получаем Hello World. Hello World мы получаем из файла того, к которому мы обращались. Это testfile.html, который находится у нас вот здесь.